В Южно-Казахстанской области сохраняется угроза паводков. В регионе идут обильные дожди, и уровень воды в реках поднялся. Сейчас угроза нависла над Отырарским районом. Там срочно укрепляют защитную дамбу протяженностью около 200 метров. В район привезли почти 5000 мешков с песком. Их раскладывают на самых опасных участках. Все службы перешли на усиленный режим работы. С возможным ударом стихии помогают бороться и сами местные жители. Но, пожалуй, главную проблему может создать река Арысь. Расход воды в ней увеличился до 220 кубических метров в секунду. К слову, критической отметкой, по данным спасателей, считается 350. Природа сейчас явно не на стороне людей. Дождь льет уже третьи сутки. А накануне из-за поднятия грунтовых вод подтопило три улицы в Мактааральском районе. Дождевую воду спасатели откачивали также в Шымкенте. Угроза еще сохраняется, можно так сказать, потому что мы получаем вот этих штурмовых предупреждений. Вот первые потеряли вот сильные дожди, тем более в горных краях, возможно, паут. Это вот подтверждается. Она вот сейчас по области, во всех районах дождь идет. Уровень воды сейчас уже намечается немного повышен.